Вот если нету сильно настроения, выходите, если деньги есть, и идите в магазин что-нибудь покупать. Она немного выровняет у вас настроение. Сейчас мне получше стало. Саша, доченька, еще раз поздравляю тебя с днем рождения. Давай там учись хорошо. Не хулигань. Учится она хорошо. Она вся в сестру. Пятерки у нее. Кадетский колледж. Учится. Вот, и летом давай в Крым, как договорились. Будем с тобой здесь весь Крым объездим. В 2005 году родилась дочка. Три куска сразу подряд. Февраля 2005 год. Так, ладно. А вот там огромная. А зачем ты за ним побежал? Тебе сказали, беги за ним. Он тебя ничего это дает. Даже бермудский треугольник помалкивает. Обычно тут завихрения такие. Видео не надо. Пошли. Я за ней побежал и упал. Чуть скажи, что он упал. Девушка про море поет. Песня Муслим Магомаева. Вот ее брат или друг, они похожи. Вот тут в натуре хорошо поет. Море-море. А девушка, когда эта песня поет, как-то не канает. Вода просто класс. Чистейшая водичка. Чистейшая водичка. Песочек блестит. Кто хочет песок, езжайте в Евпаторию отдыхать. Народ есть, короче. Вроде народ ходит, а сфотографировать... Стесняюсь это. Да, давно фоток не делал, елки-палки, на море живу, фоток нету вообще. Фоткаться надо вот около этих камней. Девушка пофоткала меня. Теперь фотки немножко будут хоть. Рыжик сейчас с этим, с чернышом пробежали туда. Чайки резвятся. Классно. Короче, рыжик увидел меня с чернышом. Ёпарасота, что мне делать? И ноги у них мокрые, короче, в луже. Что же мне делать? Это же будет капец сейчас по льду. Чайка за утенком гоняется. Да что вы пристали к утенку? Пока чаек фоткал, рыжик сзади подошел, крутился, прыгал, он позвал этого. Несутся, представляете, несутся. Ёб твою.
мимо, мимо, мимо бегите. С Мухтаром вышел, нет? Да, с Мухтаром вышел. Его снимать не буду, он YouTube блокирует его. Я бы с удовольствием. Люди снимают, все с мобилами стоят. Все с мобилами стоят, снимают. Что сюда в ролик не поставишь ту музыку, какую ты хочешь, какая тебе нравится. Все блокирует. Только вот бесплатные он дает сам YouTube. Там много выбирай, но там ничего хорошего нет вообще. Из 1001 песню можешь выбрать только и все. Мелодия. Они без авторских прав. Такое слушать не будете. Денек стал длиннее. Нога к боли уже привыкла. Выходил, правую ногу так жмет. Ну, они сами знаете, узкие туфли же эти. Классика. Остроносы. Они на полтора сантиметра длиннее, если не на два, длиннее по размеру, но узкий, короче, поэтому такие берешь ласты длинные. Другие вообще не влезешь, если на размер меньше будет. Паньола с пушечками, красавица. Оттуда можно подняться или нет? А, закрыто здесь. О, море, море. Ух, смотрите, как чайки орут. Они вот здесь сидят. На набережной такой бас у них. Вот она вышла. Что ты там взяла? Ну-ка покажи давай. Что ты там стырила? Хлебушек? Так она взлетает плавно. Крылья такие, красава. Красава, чайка.
Чайка-аферистка тоже, как и ворона. Ворона-то профура тоже везде там лазит, там что-то втихаря там что-нибудь спиздить бы. Так и чайка. Рыбу не ловит, на халяву по набережной летает что-нибудь украсть. Рыбу не хотят искать в море. Приморские пляжи начались. Похоже, собака на клипсу. В офис идет. Кай, ты дружок? Дружок, это ты что ли? Дружочек. Ты что, не узнал меня? А что ты здесь лежишь? Бедный скрючился. Что, коммерсанты не работают, что ли? У ларьках. Или этот, дружочек, проснись. Тетя мой золотой. Дружила, узнал он меня. Пойдем прогуляемся. Что-то в тенечке где-то лег. В тенечке. А? Пошли со мной, прогуляешь. Совсем замерз. Пошли, погуляем. Пошли. Идем, дружочек. Пошли, дружок. Идем. В море кидаем. Что-то не хочет идти, он кошку увидел. Насторожился он. Он, смотрите, крадется к ней. Кошка дыбом стала. Безобразие вообще. Ветки выбрасывает. Идем, дружила. А то ты замерзнешь так. Пошли, пошли. Ну вот. Ты, оказывается, в здравии. Все ништяк. Пошли, пошли. Я уж напугался, думаю, скрючился, что-то с ним плохо. Просто он спал. Идем. Дружок. Пошли, дружочек. Идем. Показать примерку. Ольга, ты говоришь, куртка холодно в ней. Да в куртке еще теплее, чем в пальто. Та куртка утепленная. Это зимний у меня этот спортивный костюм для лыжной. Пальто купил, чтобы в одном не ходить и том же. Пойдем, пойдем. Дружок был у меня дома. Наверное, он первый был у меня дома. Приморская набережная. Рыбаки. Рыбачат. Сейчас подойду к рыбачкам. Может, что-то ловят. Вот кафешечки люди сидят.
Бутик эклеров называется. Бутик эклеров. Что мое кафе любимое, где с Wi-Fi есть, это филиал, точку их не еще. Пойдем к рыбакам, что-то они там блеснят, что не знаю. Сейчас узнаем, что там блестят. Блеснят. Парень говорит, что он стоит на форели, рыбачит. В Сочи там что-то сколько-то тонн ушло с плотины. 20 тонн или 300 тонн, я не знаю. Там в Сочи форель ловит килограммовых только так. Ждал меня дружок, пока я побазарил. Молодец. И вот они стоят на ней рыбачат. Мне показалось, он шутит. Но он на блесенку стоит с таким умным лицом. Говорит, уже ловили, говорит. А как она в Сочи? Зачем ей в Крым идти? Здесь вода холоднее, может она холоднее воду ей надо, непонятно. Она бы, если пришла, она в порту тормознулась. Но в порту рыбачить нельзя. Ну что, дружил, пойдем сюда сходим. Форель стоит, ничего себе. Может подождать, может он форель поймает. Я сразу побегу за удочкой, все побросаю нафиг, все эти блогерские дела. Дружила тоже хороший пес, послушный, всегда ходит со мной. Ну вот, что-то он от барыг убежал. На Московской живет коммерсантов около будок. Они его там подкармливают. И потом они уходят домой. Я не знаю, где он там ночует. Музыка играет, выключаюсь. 6 февраля сегодня. Ялта. Какой-то стоит, запустил этого своего партизана. Поднимается. Почему я не беру его? Мог бы взять давно еще в Лазаревском. Я не люблю с телефоном. С телефона я не выхожу в интернет, только дома, поэтому это столько возни, это надо ходить с телефоном, с этим, со всякими сумками. Что толку?
вечереет, но не прохладно, я вам скажу. Пока еще нормально. Или я, может, хожу так быстро здесь, гуляю, поэтому, мне кажется, тепло. Пойдем, дружина. Нормально. Надо ему что-нибудь купить, этому дружилы. Бедолашка есть хочет. Домой его не поведу, рыжик придет. Рыжик так себя чувствует дома вообще как хозяин. Рыжик вообще думает, что он хозяин крыши, а не я. Рыжик думает, что хозяин он, а я так, пес на поводке, принеси, отойди, подай. А где моя курица? А чё она сырая? А почему? Почему не сварил? Пес смердячий. По Шурику сварил и накормил. Красиво? Кедры темные, синие, стекла. Как красиво. Дружок, тебе нравится набережная? Дружок говорит, еще бы покушать давали бы на этой набережной, вообще было бы хорошо. Вот не судьба, говорит. Надо искать, говорит, самому. Приходится самому искать. Дружочек, нам вверх подниматься. Нет, не спускайся. Идем. Ворона как каркает. Гора, снег, памятник Чехову. То есть Горькому. Вот такая плитка здесь. Устойчивая такая плиточка. В ней замечательно ходить. Особенно женщинам на каблуках. Самое то. Солнце скоро спрячется за горой.
Сейчас мне идти по Пушкинской домой. Девушка из магазина вылетит. Скажет, ты почему ремень не покупаешь? Ты же обещал. Чё, собаку увидел? Вон она, собака твоя. Люди медленной походочкой прогуливаются. Одни блогеры только как заведенные носятся по Ялте. Другие нормально ходят. Блогеры заводные. Девушка сейчас прошла в джинсах, в летних, ну, с дырками на коленках. Вот кому тепло. Улица Чехова. Господи, что говорю, улицу Гоголя пошла. Горы отсюда видно, красивые горы. В снегу. Ну что, пора покидать мне набережную. Или еще подойти к морю покурить. Тороплюсь домой, ролики вам скидывать. Можно было вообще никуда. Заинтересовались, картина моя. Спасибо. Можно вообще никуда не торопиться. Ночью скинуть. Утром посмотрите, так нет, надо бежать, выкладывать. Такая ответственность. Как будто там 100 тысяч просмотров меня ждут с каждого ролика. Кто-то сумку подложил, и Лёв лежит, отдыхает. Что, дружок, собачка интересная пошла, да, на поводке. Лицо сморщенное. Ну что? Пойдем, дружок, по Пушкинской, там магазин найдем. Пойдем. Садись, дружок, в кресло, я тебя сфотографирую.
Селфи. Дружила, селфи не хочешь? В 1920-х годах сквер. Лавочки. Неплохие лавочки. С урном, да? Дружила. Сквер Калинина. 1920-х. Я в шоке. В 14-м году и свет по часам давали, и воду. Такие вот лампочки положили здесь. Интересное деревце. Экспресс-тестирование на ковид за 15 минут. Пушкинскую снимал уже сегодня и шел на набережной по Пушкинской. На этом, наверное, закруглюсь. Велосипед охоту тоже, но нужен он мне или нет. Я потом разучусь ходить, если велосипед куплю. Сейчас ему куплю около Спартака корм, дам, и пусть назад на набережную идет. Рыжик придет вечером. Всем до свидания. Всем здоровья. Всем здоровья. Александр Ханжонков, создатель российской киноиндустрии и Ялтинской киностудии. Че, дружок, не любишь фоткаться? Дружилкин. Эй, дружочек. Эй, дружочек. Интересно, дружков, рыжиков в Лазаревском кормят кто-нибудь или так? Не, ну местные подкармливаются. Рыжик не зря там в центре сидит. А вот два дружка. Ну, один дружок мой, который вот этот постоянно, второй, отшельник.
Он тоже на переулке Павлова, там это, ему есть кому его покормить из этих, из местных магазинов коммерческих, маленьких, продуктовых. В принципе, за них переживать не надо, их местные подкармливают.